Уважаемые пассажиры, рейс 2021 «Космолайнер Мечта» посвящается выпускникам детской школы искусств выпуска 2021 года. Сегодня мы совершим космический круиз, продолжительность которого составляет 7 звездных лет школьной жизни. Просим вас уточнить свои места в первом салоне нашего космолайнера. Бортпроводницы укажут вам ваши места. Ощущай себя как участник тайны. И пусть свет далеких звезд тревожит и зовет. Вот так, начав этим чудным небом, мы начинаем наш космический полет. Уважаемые учителя, уважаемые родители, ученики, все, кто решил разделить с нами этот праздничный полет, мы рады приветствовать вас на борту космолайнера «Мечта». Сегодня мы совершим полет по галактике творчества. Температура за бортом 25 градусов выше нуля. Рейс 2021 космолайнера «Мечта» посвящается выпускникам детской школы искусств имени Галынина выпуска 2021. Просим вас ослабить ремни и пояса и сесть поудобнее. А также приготовить ваши руки для аплодисментов, потому что сейчас главные пассажиры нашего лайнера займут свои места. Встречайте выпускников! полета напоминаем вам правила поведения на борту нашего космолайнера. Во время полета запрещается скучать, катапультироваться с космолайнера до его приземления, говорить окружающим что-либо, кроме приятностей, комплиментов и похвал. Во время полета разрешается поздравлять друг друга с успешным окончанием школы искусств, дарить подарки всем пассажирам космолайнера «Мечта», распространять вирус хорошего настроения на окружающих. Слово предоставляется директору школы искусств Павловой Елене Владимировне. Дорогие наши выпускники, вот и настал тот важный день в нашей жизни, в вашей жизни. Сегодня вы получите выпускное свидетельство. Это документ первой вашей жизни. И он говорит о том, что вы целеустремленные, что вы ответственные, что вы добились значительных успехов за обучение в детской школе искусств имени Галынина. И мне, конечно, хотелось бы от лица всего коллектива вас поздравить с этим важным для вас днем. Мы с вами прожили вместе 8 лет. Каждый преподаватель вкладывал в вас свои умения, старания, душу. Он научил вас искусству, он научил вас выступать, он научил вас учиться, заниматься, трудиться и добиваться успеха. И, конечно, он вложил в вас частичку своего сердца, частичку своей души. Вы значительно отличаетесь от своих сверстников, потому что это действительно испытание проучиться 8 лет в школе искусств. А некоторые из вас учились даже и 10 лет, потому что они пришли к нам в маленьком дошкольном возрасте и занимались еще на раннем эстетическом отделении 2 года. Этот очень важный этап в вашей жизни. И мы теперь за вас спокойны, что вы, выходя из школы, стали зрелыми, духовно развитыми личностями. Поверьте, в этом году у нас очень крепкий и хороший выпуск. И мы горды вами, что вы вот выросли в таких красивых, творческих людей. Поздравляем вас, желаем вам успехов, чтобы вы не забывали школу, чтобы вы продолжали заниматься творчеством, выступать. И, конечно, всему нашему коллективу детской школы искусств Галынина будет очень приятно, если кто-то из вас захочет продолжить обучение, а таких у нас много в этом выпуске. От всего коллектива детской школы искусств я вам желаю, чтобы вы были успешными,
чтобы вы не забывали те навыки, которые вы получили, чтобы вы их развивали, ходили на концерты, и чтобы у вас в жизни все получилось. Вы умеете выступать, вы умеете собираться, трудиться, вы целеустремленные. Это очень важно в сегодняшней жизни, быть такими именно людьми. И мы очень гордимся вами. Спасибо вам. Поддержание праздничной атмосферы полета нам не хватает музыки. Так в чем же проблема? На борту нашего космолайнера столько талантливых ребят. Вот, к примеру. Кабалевский, серенада Дон Кихота. Исполняет Канунников Сергей, концертмейстер Антонова Анна Витальевна. Продолжаем наше путешествие по просторам галактики творчества. Концертная программа нашего полета продолжается. Металлиди, гордый лебедь, исполняет Перова Валерия, концертмейстер Розин Наталья Александровна.
космической планеты, которая отличается повышенной турбулентностью. Что это за планета такая? Планета Радужная. Население — выпускники художественного отделения. Отличаются необычным введением обычных предметов. Из проверенных источников известно, что у них имеется третий глаз. Для выпускников на планете зарезервировано 11 мест. По вопросам размещения обращаться к главному управляющему планеты Елене Владимировне Стариковой и Кристине Викторовне Добрыниной. Выпускники художественного отделения, просьба отстегнуть ремни безопасности и приготовиться к высадке. Мы просим подойти к трапу. Да. Приглашается Анюк Анастасия, которой вручается свидетельство и грамота за отличные успехи в учебе и активную концертную деятельность. Вручается свидетельство Беловой Маргарите, и также она награждается грамотой за отличную учебу и активную выставочную. Награждается Вайс Алиса, также грамотно еще, свидетельствует за отличные успехи в учебе и активную концертную деятельность. Поздравляю! Вручается свидетельство Внуковой Софьи, и также грамота, отличные успехи и активную выставочную деятельность. Вручается свидетельство Демидовой Анастасии, также с грамотой. Вручается свидетельство Кияшка Марии и грамота за отличную учебу, активную выставочную деятельность. Вручается свидетельство и грамота Назаровой Елизавете, также отличнице и активной участнице выставочной деятельности. Вручается свидетельство Халкиной Ирине Сергеевне. Вручается свидетельство Лосевой Елизавете. Вручается свидетельство Павловой Веронике. Вручается свидетельство Соломанкиной Марии. На планету Радужная успешно высажен. И нам пора снова отправляться в путь. Пусть наша разноцветная планета сопровождает вас в дальнейшей жизни и делает окружающий мир интереснее и ярче. Чины нет, где улыбки.
кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не стопнет кисть. Я рисую новый мир, эй, прохожий, обернись. Если что-то в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век без обид и слез в глазах, где ты добрый человек. Наш космический лайнер совершил посадку на планету Почемучек. Радостно, инопланетяне просят возможности приветствия и поздравления выпускников. Конечно, конечно! Открыть входной шлюз! Вашу планету и снова отправляться в путешествие. Мы приглашаем для вручения дипломов выпускников отделения народных духовых и ударных. Планета Исток. Население, мальчишки и девчонки, овладевшие игрой на народных музыкальных инструментах. Жители планеты это балалайшники, тавлисты, баянисты, гитаристы, аккордеонисты. Свидетельство и грамота вручается Долгополову Андрею. Дорогие выпускники, мы вам вручаем документ, который очень важный, и вы его заслужили. За него нужно расписываться. Подходите, тогда. Заучу учебной работе и расписывайтесь. Значит, свидетельство вручается Ионину Даниилу. Поздравляем. Свидетельство вручается Колотилову Ростиславу. Поздравляем. И
свидетельство и грамота за отличную учебу, активную концертную и конкурсную деятельность вручается Ларьковой Маргарите. Ларькова Маргарита. Свидетельство вручается Лялиной Арине. Свидетельство вручается Матвеевскому Николаю. Свидетельство вручается Огольцову Ярославу. И грамота за активную концертную деятельность. Свидетельство вручается Рыскину Сергею. И грамота за активную концертную конкурсную деятельность. Поздравляем. Свидетельство вручается и грамота Шаточневу Николаю. Теперь мы переходим к награждению и вручению свидетельств духовому и ударному, учащимся духового и ударного отделения. Это у нас награждается свидетельством Володичев Тимофей. Также ему вручается грамота за отличную учебу и активную концертную и конкурсную деятельность. Легенда Испании. Исполняет Рыскин Сергей. Thank you.
Классика? Да, мы находимся в поле притяжения планеты Классик. Центральная планета классического созвездия. Компьютер, справка. Планета Классик основалась в 17 веке по земному времени. Население – выпускники фортепианного и струнного отделения детской школы искусств. Контроль за поселением на планете новобранцев осуществляет главный классик. По совместительству заместитель директора по учебной работе Ольга Вячеславовна Иноземцева. Мы хотели бы начать вручение свидетельств и грамот с отличника. Это у нас награждается, значит, и вручается свидетельство Новиковой Дарье. Грамота за отличную учебу и активную концертную группу. У нас вручается свидетельство Хабаровой Софьи и грамота за активную концертную конкурсную деятельность. Поздравляю. Вручается свидетельство Растегаевой Алине. Вручается свидетельство Перовой Валерии. Мы видели ее на фотографии, так как она маленькая, но была, пришла к нам. Вручается свидетельство Хаптяной Марии. Вручается свидетельство Четверниной Валерии. Поздравляем. Также у нас были выпускники, которые занимались на синтезаторе. Приглашается Шишов Илья. Вот так вы вручаете свидетельство. Приглашается Шишова Анна. Вручается свидетельство и грамота почетная за активную концертную и конкурсную деятельность Радимушкиной Дарье. Радимушкина Дарья. Приглашаем себя. Это выпускница струнно-смычкового оркестра. Озеров. Стихотворение «Вальс» исполняет Новикова Дарья. Еще звучит в моих ушах седьмого вальса легкий шаг. Как вежливый ветерок, как трепетание птичьих крыл, как мир, который я открыл в сплетении нотных строк. Еще звучит тот вальс во мне, как облако в голубизне, как родничок в траве, как сон, что вижу наяву, как весть о том, что я живу с природой в родстве. Эллер. Вальс исполняет Володичев Тимофей, концертмейстер Кутузова Ксения Дмитриевна. Thank you.
Уважаемые пассажиры, наш космолайнер приближается к одному из самых необычных созвездий нашей галактики — созвездию сюрпризов. Я знаю все об этом созвездии. Здесь существует добрая традиция. Жители созвездия дарят друг другу подарки, исполняют самые заветные желания. Давайте мы последуем этой старой доброй традиции. Подарим ее жителям наши музыкальные подарки. Мирочиня, Ларго, исполняет Радимушкина Дарья, концертмейстер Железина Ольга Андреевна. В творчестве. Я думаю, вдохновение. Без него бы невозможно создание музыкальных и других шедевров. А путешествие по галактике творчества нам просто необходимо зарядиться или заразиться этим вдохновением. Без вдохновения есть инструмент, который невозможно получить готовым. Его нужно вырастить, взлелеять, научить, настроить, воспитать. Настраивать такой инструмент необходимо долго и тщательно. Приглашаются живые инструменты, обладающие идеальным звучанием. Приглашаются выпускники музыкальных хорового отделения. Свидетельство вручается выпускнику вокально-хорового отделения Канунникову Сергею. Также ему вручается грамота.
за отличную учебу, активную концерт для конкурса. Свидетельство и грамота вручается Карпенко Елизавете за отличные успехи в учебе. Свидетельство и грамота вручается Никитенко Дарье, нашего концерта сегодня, за активную концертную конкурсную деятельность. Свидетельство и грамота за отличную учебу, активную концертную конкурсную деятельность вручается Сухорученковой Дарье. Свидетельство вручается Вахниной Наталье. Поздравляю. Свидетельство вручается Горлановой Виктории. Свидетельство вручается Лубышевой Дарье. Поздравляю. И свидетельство вручается Сушкиной Валерии. Хорошая новость, друзья. Наш космолайнер держит курс на Землю. Земля? Неужели мы скоро будем дома? До окончания нашего полета остается совсем немного времени, и мы снова услышим знакомые с детства звуки. Совершенно верно. И увидим такие родные пейзажи. Шафран, ленинградский рок-н-ролл, исполняет Никитенко Дарья. Все в городе давным-давно пора. Ты танцуешь рок-н-ролл с тобой в первый раз. До Москвы, до Ленинграда и обратно до Москвы. Пляши длинные ограды и мосты. Пускай сегодня мелкий дождь идет с утра, но мы с тобой опять танцуем, как вчера. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Пляши длинные ограды и мосты. Облокотитесь на спинку стула и ждите приземления. Вручение дипломов хореографическому отделению. И традиционно награждение мы начинаем с отличников наших.
Свидетельство и грамота за отличную учебу, активную концертную и конкурсную деятельность вручается Коровкиной Ольге. Поздравляем! Да, выпускники, не забывайте расписываться, это документ. Свидетельство и грамота вручается Сахаровой Александре за отличную учебу, активную концертную и конкурсную деятельность. Поздравляем! Свидетельство вручается Белин Виктории. Белин, простите. Поздравляем. Свидетельство вручается Мурадову Михлебану. Поздравляем. Свидетельство вручается Пинчер Дарье. И свидетельство вручается Семенову Евгению. Поздравляю! Yeah.
репортаж с места событий. В прямом эфире выпускники школы искусств имени Галынина города Тулы. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь. Как ноты с тобой писать мы учились. Впервые сдавали зачет. Как дружно писали диктанты. На оркестр ходили гурьбой. И как с нетерпением все ждали и ждали, когда нас отпустят домой. Как смычок в руках мы держали, на концерты поступали, ритмы правильно считали, бег из пальцев развивали. Нас учили в этой школе. На гитаре, на баяне, скрипке, домре и рояле мы мучительно, мучительно учились. А теперь, учителя, думать, вздохнуть пора. Но на смену нам придут другие. Хотелось бы узнать, какой предмет оказался для вас самым сложным. Сольфеджио. Динамики кругом шла голова. Мы будем
меня стрелял. Милая моя, школа музыкальная, для тебя сейчас звучит песенка прощальная. Дает вам снова команду на взлет. Наш полет посвящен выпускникам детской школы искусств выпуска 2021 года прошел успешно. В создании праздничной атмосферы на борту приняли активное участие учащиеся и преподаватели детской школы искусств имени Галынина города Тулы. Ваши бортпроводницы Ксения Драчен и Маргарита Пронина. Ведущая Никитенко Дарья. И почетные гости нашего полета – выпускники детской школы искусств 2021 года! Зеленым маем хотим хорошие слова найти. Выпускников на сцену приглашаем, чтоб клятву музыки произнести.
Мы, выпускники 2021 года школы искусств имени Галынина, торжественно отмечаем. Никогда не забывайте своих любимых педагогов. Всегда и везде помни строение Д7 и его обращение. Поздравляйте своих педагогов со всеми праздниками. Держать пальцы на голове программу государственного экзамена. Ежедневно перед сном всегда повторять номера сольфеджио и особенно гаммы. Утро начинать с пения тритонов с разрешением и других интервалов. Не забывать кварты квинтовых групп. Помнить форму сонатного аллегро. Рассказывать друзьям о творчестве великих композиторов. Волшебный мир музыки и искусства. В вашу школу дети всегда идут с удовольствием, бегут с удовольствием. И отрезок жизни, проведенный в стенах этой школы, я думаю, отразится на становлении личности каждого ребенка. Вы тратите очень много сил, но это все не зря. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Хотим еще раз пожелать вам, чтобы все ученики показывали всегда высокие результаты и дарили вам возможность гордиться ими. Спасибо вам. Дайте слово директору нашей музыкальной школы. А мне бы хотелось еще от лица коллектива и, конечно, от наших выпускников поблагодарить родителей за то, что вы привели к нам таких замечательных детей в детскую школу искусства имени Галынина, что вы эти годы все были с нами, что вы находили время, чтобы приводить их не только на уроки, но на конкурсы, на концерты. И вот мы в результате получили таких творческих, ярких, замечательных детей. Спасибо вам. Спасибо. Самого начала объяснила нам, что душа дороже серебра. Наша школа Германа Галынина, корабель искусства и добра. Давай
давайте еще раз подарим им аплодисменты, дорогие друзья. Подарим аплодисменты нашим выпускникам. На этом наш праздник окончен. Спасибо вам за внимание. Все горит, любимая школа.